Гимн студентов снова раздается у дверей корпуса Самарского социально-педагогического вуза на Льва Толстого. После 10-летней реконструкции, в завершении которой уже никто не верил, корпус торжественно открывают в преддверии 1 сентября. Сюда вернутся те факультеты, которые располагались в нем и раньше – филологический и исторический, одни из старейших в вузе. Этот учебный год студенты-филологи и историки начнут в обновленном корпусе педагогического университета. И они даже не представляют, насколько им повезло, потому что, когда здесь училась я, еще до реконструкции, здание было настолько в ветхом состоянии, что в дырку на полу можно было наблюдать, что происходит в аудитории этажом ниже. Учиться нам это не мешало, было даже весело, однако я представляю, как хорошо здесь будет учиться теперь. Открытие корпуса – настоящий праздник и для студентов, им не придется больше курсировать по разным корпусам и учиться, они смогут в первую смену, и для педагогов. Я здесь когда-то начинала работать, и сюда прошло время, мы вернулись. Как иногда говорят, мечты сбываются. Все-таки мы вернулись на свое историческое место. И я считаю, что старо-новые стены помогут нам еще больше вносить вклад и в журналистское образование, и вообще в культуру и образование в целом Самарского региона. Здание на Льва Толстого построили в 1936 году. До войны в нем размещалась морская школа, а в 43 году корпус передали Куйбышевскому педагогическому институту. К 2005 году здание настолько обветшало, что продолжать учебный процесс в нем не представлялось возможным. В 2006 году началась экстренная реконструкция и затянулась на 10 лет. Была инфляция, были экономические кризисы в нашем государстве. И наполовину отреставрировали сначала, да? Реконструировали. Потом не было совершенно денег. И вот совсем недавно, благодаря поддержке нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, нашлись средства. И благодаря этим средствам, и также вложению наших внебюджетных средств, наконец-то была реконструкция завершена. Педагогический – один из старейших вузов в Самаре. В этом году университет отмечает 105 лет. За годы своей работы вуз выпустил свыше 80 тысяч специалистов. А потому переоценить его значение нельзя, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Мы будем делать все для того, чтобы наш педагогический вуз был одним из лучших. Почему? Потому что какого уровня будут у нас преподаватели, я имею в виду преподаватели в школах, учителя какие у нас будут. От этого будет зависеть во многом наше будущее, будущее нашей страны. Совершенствуется материально-техническая база университета. В этом году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник». И еще одна хорошая новость. ВУЗ получит деньги на завершение строительства двух студенческих общежитий. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.